уже с настоящим поэтом и художником Жаном Кокто. Жан Кокто был одним из главных друзей на протяжении всей жизни Пабло Пикассо. Но Пикассо, скажу я вам, друг был еще тот, честно говоря. Вот, потому что, несмотря на то, что Кокто был и свидетелем на одной из свадеб Пикассо и вообще сопровождал его всюду, когда Пикассо спросили, что для вас значит Кокто, он сказал: вы знаете, Пикассо – это яркая комета, а Кокто – это ее хвост. Вот как-то так он отзывался о людях. Но при этом, при всем, он по просьбе Кокто создал эту серию работ в стилистике самого Кокто, как ни странно, да, и они были обрамлены стихами Кокто, и это так называемые знаменитые перевертыши, картинки перевертыши Пабло Пикассо, практически на любой работе. Вот видите, вот это вообще как бы считается, что это такой козел изображен, но если его перевернуть, то вы увидите радостную бегущую женщину. Да? Вот. Здесь вот, если вот это вот странное такое вот лицо перевернуть, там петух получится. Вот эта вот рыба тоже там, ну, в общем, можно это вот с этим играть и изучать. Но сам Пикассо говорил, что это, да, это перевертыши с как минимум двумя скрытыми смыслами.